Здравствуйте, друзья! Меня зовут Константин Дмитриев, я приехал из города Горно-Алтайска, я руководитель маленькой анимационной студии, и сейчас я хочу немного рассказать вам о наших проектах и показать их. Наш проект номер один — это футуристический сериал «Мария Моревна», созданный по мотивам одноименной русской народной сказки. Основная идея мультфильма в том, как бы выглядели события русской народной сказки, если представить их в жанре футуристического мультфильма. Сейчас я попрошу показать первую как бы демо-версию, которую мы выпустили в 2012 году. Файл 01, да. Пожалуйста.